платье. Конечно, платьев много не бывает, поэтому каждое платье для нас желанное, а тем более такое интересное, очень крой. Сейчас подробнее расскажем. А сначала мы скажем, с какой выгодой вы сегодня его приобретаете. 1900 рублей – это ваша выгода. 1490 рублей – цена, которая действует только сегодня. Ой, это у нас такая брошь. Да, действительно, это брошь, потому что вы всегда сможете ее отколоть, переместить на любое другое плечо, можете приколоть на любое другое платье, и тем самым вы получаете в дополнение к платью вот такое вот украшение, ну, фактически ручной работы. Сразу хочу пояснить, что если вы будете стирать его в машинке, это платье, украшение обязательно снимайте. Оно, я уверена, в стирке не будет нуждаться. Ну, а у нас для вас есть сразу два цвета на выбор. Первый цвет – это глубокий бордовый, и второй – вариант – это прекрасный, глубокий синий цвет. Ну что, какой нравится вам больше? Я уверена, что сейчас это платье вас покорило. Но когда вы увидите, как оно сидит на фигуре, вы просто действительно поспешите к телефону, чтобы сделать свой заказ. Тем более, что оплата только после получения. 88052 номер этого лота. И вот оно! Конечно, красиво, бесподобно. Бесподобно смотрится. Конечно, вот мы сейчас с вами на вешалке не видели, как оформлен низ, но здесь у нас сохраняется эффект запаха и плюс еще волан. Как это игриво, как это женственно смотрится, как украшает нашу фигуру и в то же время скрывает какие-то особенности. Верхняя, передняя часть чуть-чуть покороче, но в то же время прикрывает колено, да? И сзади платье уходит шлейфом. Смотрится просто потрясающе. А ведь когда такой эффект на платье, мы с вами добиваемся чего? Мы с вами добиваемся удлинения ножек, мы с вами также добиваемся того, что в целом наш образ выглядит более стройным и высоким. Да, действительно, мы вытягиваем зрительный силуэт, силуэт становится стройным. Вот эти вот воланы делают отвлекающее внимание, но при этом притягивают взгляд, невозможно оторваться, завораживают. Абсолютно с тобой соглашусь. И также многие женщины выбирают для себя это платье еще и потому, что очень интересная зона рукава. То есть здесь нам с вами просто нельзя ошибиться. Ну, вернее, мы просто с вами не ошибемся никогда. У нас цельнокройный рукав, поэтому подходит абсолютно на любую фигуру, на любой рост, любые плечи. Будь то широкие плечи, будь то женщина с покатыми плечами. Здесь вообще никаких проблем в этом не возникнет. Нужно только знать объем своей груди. Вот именно по объему груди мы с вами и будем выбирать размер. Для тех женщин, у кого сдвоенный размер груди, хоть здесь и присутствует небольшая трапеция, и ткань у нас эластичная, я все-таки советую обратить внимание на то, что возьмите все-таки по большему размеру. Сдвоенные размеры также выбирают в сторону большего, то есть на пограничные размеры. Сейчас как раз нам показывают те размеры, которые у нас есть. Итак, 50-й, 52-й, 54-й и 56-й. Вы счастливые обладательницы потрясающего платья. Платье «Жасмин» 1490 рублей. Очень оригинальное платье. Редко встретишь платье именно с таким фасоном. Цельнокройный рукав – это вообще моя любовь. Когда я вижу такие рукава, то сразу понимаю, надо брать. А вот за что ты любишь цельнокройный рукав? Я люблю за то, что он делает легкий, ненавязчивый акцент на груди. Я люблю за то, что он создает мягкие плавные линии. Мягкие плавные линии. За то, что нету зоны проймы, которая может впиваться в подмышечную впадину. Ну и, конечно, здесь вообще у нас очень выигрышный вариант. Свободная плечевая зона, чуть-чуть зауженный рукав к низу. То есть здесь, если вам рукавчик покажется чуть длинноват, можем его даже поднять поверх локоточка, да, чуть-чуть повыше. Легко. Тоже будет смотреться интересно. Даже можем, в принципе, его не то что поднимать, а и завернуть. То есть здесь у нас все это возможно. Ой. И вот сейчас мы с вами видим, что и наша Ирина появляется в синем платье. Посмотрите, как эффектно смотрится маленький красный бордовый клатч. И, между прочим, вот в таком виде можно пойти уже на какие-то торжественные мероприятия. Абсолютно точно. А ведь впереди выпускные. А в чем вы будете встречать выпускной? Ну, неужели в банальном кринолине? Нет. Давайте встретим его вот так, в этом платье. Вы будете неотразимы, это раз. А во-вторых, потом наступит осень, зима, весна, а у вас будет что надеть. На день рождения наденете? Да. На какой-то просто торжественный выход? Да. В театр тоже? Да. У вас в гардеробе появляется это платье. И мне кажется, еще такой фасон никогда не выйдет из моды. Абсолютно с тобой соглашусь, потому что такие фасоны всегда популярны. У нас здесь нет каких-то обязывающих
общих узоров, да, у нас нету никакого принта. Это платье самодостаточно. Это платье послужит отличной базой для того, чтобы вы могли меняться. Откололи украшения в виде цветка, одели длинные бусы, кулон длинный, да. Будет смотреться стильно. Многие сейчас задают вопрос, какова же длина, подойдет ли мне это платье? Угу. Ведь мой рост не такой, как у ваших моделей. Ну и здесь как раз у нас длина 117, да, 118 сантиметров в самой длинной части. То есть по спинке шлейф у нас 118 сантиметров. Что же касается переднего полотна, давайте мы его тоже померим. И замер мы с вами произведем, опять же, от зоны, от горловины, вверх заднего полотна. И здесь у нас с вами длина составляет, то есть до колена у нас будет 97 сантиметров. 97 сантиметров! Платье Жасмин! 3 секунды остается до конца презентации. 88 052. Номер лота для резерва. Оплата только после получения.